ci toate autorizațiile care sunt necesare de la ecologiști, alte instanțe. Mai mult decât atât, v-am spus, deci este decizia de stare a lucrării. Între timp, haideți să clarificăm toate situațiile, este procesul verbal și eu intervin către organele de drept să deci facă tot ce este posibil ca să sancționeze aceste companii și să asigure ordinea publică așa ca să nu mai existe altercații pe șantier. Repet, nu este normal, stați și pe voi, noi nu suntem nici timp, nu este rost, da? Вам двор. И вашу жену с вашим внуком избивают какие-то головорезы, вот которые вот, я не знаю, что там еще ищут, в холле вот ждут. Люди совсем, извините за выражение, не знаю, там есть 8 классов, 5 классов, 10 классов, но спортивного телосложения. Так они еще угрожают жильцам, чтобы приносить по ночам и бить, колотить по голове трубам. Вы понимаете, что это просто беспредел на самом деле. Давайте вместе искать. Я считаю, что, я повторяю еще раз, повторюсь на русском языке для коллег из других фракций. Надо отменять договор аренды, искать возможность. Пожалуйста, развитие города, никто не против. За черту города есть куда, слава богу, это не просто город, а муниципий Кишинев. Есть 57 тысяч, по вашей информации, гектаров, как и для зоны строительства, так и значит, сельскохозяйственной земли. Давайте вместе осваивать. Строить новые детские сады, строить новые школы. Парки, да, ну сами БГМ на периметру.